Привет! Вы смотрите Телегид. Пора узнать, как провести время вместе с нашим каналом. Ох, и насыщена эта неделя крутыми лентами. Осень с ЛРТ точно будет теплой. Не переключайся. Я Анна Троян. Сейчас все расскажу. Комедия, ирония и в целом отличный вечер получится вместе с ЛРТ. В четверг родня нагрянет вечером. Фильм начала 80-х покажет нам сложные взаимоотношения близких друг к другу людей. Главная героиня в простоте душевной пытается склеить распавшуюся семью любимой дочери. Действуя из самых добрых побуждений, она не в состоянии понять, почему ее вмешательство вызывает столь бурный протест. Что из этого выйдет, узнаем 10 октября в 22:00. Тасик! Я никакой вам не Тасик. А Станислав Павлович, кушай, Лара. Пойдем танцевать, Станислав Павлович. Отойдите от нас, пожалуйста. Пойдем, потанцуем. Ой, Боже. Говорят, в темное время суток обостряются все чувства. За одну ночь может многое измениться. В этом убедимся и мы пятничным вечером. Драма прошлой ночи в Нью-Йорке знакомит нас с влюбленной парой из Манхэттена, которой может позавидовать каждый. Отмахнувшись от сомнений в любимом человеке, Джоанна отпускает мужа в командировку, где его будет сопровождать помощница. Но она еще не знает, что ее саму ждет проверка на прочность. Преодолев искушение, девушка все же делает выбор в пользу семьи. Но как поступит в схожей ситуации Майкл, увидим 11 октября. В 22:00. Ты выглядишь смущенным. Мне неловко. Ты хоть иногда стесняешься? Мы оба в нижнем белье. Поздновато испытывать неловкость, нет? Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10:00 и 19:30. Двигайся! То, что суббота – мой любимый день, вы это знаете, друзья. Именно поэтому снова проведем ее на мажорной ноте. В этот раз нас ждет потрясный концерт Александра Добронравова. Всенародного, любимого композитора. Любовь слушателей и коллег к творчеству Александра вызвана неподдельной искренностью его песен и глубиной, и мелодичностью. Его композиции специально для вас исполнят звезды нашей эстрады. Наслаждаемся и подпеваем в субботу в 17:30 и в воскресенье в 15:15. Мне об этом рассказал ангел. Он сегодня на ключе звезды. И поверь мне, это все правда. Завершим субботу мы поздно, друзья. От игры Колина Фаррелла, Киры Найтли и Рэя Уинстона нам будет сложно оторваться.
Картина «Телохранитель» запомнится вам надолго. Пытаясь покончить с криминальным прошлым, Митч знакомится с кинозвездой, которая прячется в своем доме от толпы репортеров. Красота и ранимость актрисы покоряет парня, и он становится ее телохранителем, защищая Шарлотту от агрессивных папарацци. Но преступный мир так легко не отпустит. Чем все это обернется, смотрим 12 октября в 23:00. Есть такой поэт по имени Рильке, и вот он сказал: «Всему ужасному любви не достает». А, ну дай лапку, лапку. И вот это там. Ну нет, не тяни. Это и есть ужасное, но оно не хочет вашей любви. Эй, не смей. Ей нужен только ваш пин-код. Вы хороший человек, а это добром не кончится. Спасаете людей. Вы святой. Вампирская тема не дает покоя деятелям кинематографа. В воскресенье смотрим очередную комедию о похождениях двух прекрасных и опасных вампирш. Скучающая Гуди обрела бессмертие еще в конце 19 века. И лишь в 90-х этого столетия встретила родную душу, жизнерадостную и энергичную Стейси. Вместе они веселятся до упаду, шопятся, посещают собрания группы анонимных кровожадных. Словом, берут от жизни все. Но однажды Стейси влюбляется. Чем обернутся похождения прекрасных кровопийц, увидим 13 октября в 21:00. Я никогда не видела мертвых. Что вы сделали? Вы же знаете, как это китайцами питаться. Через полчаса опять есть хочется. Как вы могли? Я не могла остановиться. Я в такой депрессии. Почему я ему не понравилась? Я ведь куда зачетнее его подружки. Может, она не маньяк-убийца? Может. На этом все, друзья. Полный обзор программы и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. А еще подписывайтесь на нас в соцсетях. Я, Анна Троян, желаю вам хорошей погоды дома и за окном. Увидимся. Пока-пока.